Russia's invasion of Ukraine has made Holocaust survivors living here in Brighton Beach relive their trauma. After World War II, a large Jewish population settled here. At the nearby Kings Bay Y Community Centre, Jewish pensioners discuss the war. Pavel Averbuch is a Holocaust survivor. He was just 6 years old in 1941 when he fled on the last boat out of Odessa. Вы знаете, сердце обливается кровью, когда я смотрю на вот эти все дела, на слезы детей, негодяев. Всех надо судить, потому что они буквально уничтожают. Молодое поколение уничтожают. Только люди, которые зомбированы. Многие в России сейчас зомбированы телевизором. Это так же, как немцы были во время, фашисты сумели их зомбировать, немецкую нацию. Это геноцид. Развязана война с государством, независимым, многомиллионным, размером с Францию. Развязана война, идет война. Развязал ее один человек, все знают кто. На моих глазах он строился в Киеве. И мы просто были, конечно, очень рады, что наконец-то память о всех погибших будет перед нами. И когда я узнал, что именно была бомбежка в Бабий Яр, это было просто ужасно. Это и самое обидное, что это кто бомбил Бабий Яр? Те, которые защищали свою страну от фашистов. У меня не укладывается в голове до сих пор, как Россия могла пойти воевать с Украиной. Это братские народы. What pains Holocaust survivors here more than anything is having to watch what they call a fratricidal war and feeling powerless to do anything about it.